Доброе утро! Посмотрите на это чудо. Оливка! Оливка! У Алины игрушка новая. Оливка. Вы представляете, на часах сейчас 7:23. Все мама, уже проснулись, да готовят завтрак. Мы с Сашей пошли спать. Надя сделали там себе сам. Видите, самообслуживание у нас. Сам себя не накормишь? Никто не накормит. Такой шудряк. Он сам не будет кушать. Давай, сам кушай. Давай. Сможешь? Он, наверное, не сможет. Мы ложку не взяли маленькую. Но не большие. Так он спокойно стал реально, что туда меняется, меняется. Ну так все интересно. Обо мне вообще забывает, да. Ну вот сегодня вы уедете в ресторан, посмотрим, как будет сидеть. Все, я пошла спать. Мы так рано никогда не стоим. У нас только дети обычно так рано встают. Ну в выходные дни, я имею в виду. Поэтому мы с Сашей пойдем спать. Что там готовишь? Тут скрэмбл. Я, кстати, скрэмбл не готовлю себе сама. Так, я не знаю, я люблю просто жареное яйцо или омлет. Все, приятного вам аппетита. Я пошла спать. Алинка притащила игрушки из детской комнаты. Такой спокойный, пока ему все интересно. Алинку тоже, мне кажется, сейчас на час хватит, потому что все, мне надоело уже с куклой играться. Такой он вообще спокойненький. Вон, в общем, показываем. Посмотрите, маленькая зефирка у нас появилась тут. Начал игрушками интересоваться. Сейчас он будет стаскивать. Я говорю, он как маленькая зефирка. У нас зефирка же стаскивает. Смотри, смотри, любуется. Не надо. Пока скромненько, так, знаешь, завтра уже это будет уже посмелее. У нас в этом году для постройки домик, и как в прошлом мы году будем, поезд. Мы не с чего будем. Начнем? Давайте сегодня мы сделаем домик. А потом мы его съедим. Он постоит один мама, день. Мама, бабайка. Угу. Этот был очень вкусный, в прошлом году мы его с удовольствием съели. Вот этот не помню. Так что, видишь, здесь набор. Давайте открывай. Открывай, аккуратненько, только не... Какой будем сейчас? Давайте с домика начнем. Мама, с классики. Вытаскивай. Мармеладки. Мармеладки. Это для украшения домика. А еще посылка в наборе. О, человечки такие милые. Пудра. Это делать глазурь. И все. Я там и вот у нас домик, да. И мы сегодня будем открывать. Нам папа будет помогать, потому что у меня всегда проблема. Аккуратно. Сейчас я достану. Смотрите, домик. А давайте свечку зажгем ароматную. Еще вот эта у меня ароматная свечка. Я купила тут недавно с ароматом как раз пряничного домика. Вот это. Давай сюда это тоже для красоты. Она будет еще пахнуть. Потому что не пахнет. Красота. И мы, смотри, мам, буква А. Это не буква А, это домик. Буква А. В общем, у нас получается тут вот такие детали. А, надо глазурь сначала сделать, а потом уже собирать. А я не помню, как глазурь делается. С чем? С яйцом или с водой? Сейчас посмотрим. Молоком вроде нет? Не-не-не. С сахарной пудрой. Там сейчас на этикетке посмотрю. Вообще с лимон... Я делаю обычно с лимонным соком и с яйцом, с белком. А посмотрим. Просто. Да, здесь написано, что для глазури нам потребуется один белок, лимонный сок и пачка сахарной пудры. Не многовато ли? Ну хотя стакан тут, наверное. Оба зеленые. О, да, два зелененьких. Подходят друг под друга. Движуха, я, да? Надя выдала костюм свой. Ну, давай, он попробует. Ты будешь прыгать? Я прыгну далеко. Давай. Вставай вот так, Лёшка, мне зайчик. Лавандовый под костюм прям, Оливия. А, да. Давай, прыгай. Олив. Не, он видишь, не понимает. Он понимает. А вот этот шар, который у нас, как он называется, фитбол, он на нем, кстати, мне кажется, может, если научить его. Вон он. Да. Он просто сдут у меня. А да. Я варю глинтвейн. Вот такой. Но это уже взрослый, он а алкогольный. Сколько процентов? Где тут проценты указаны алкоголя? 8,7%. Я вам говорила, просто наливаю сотейник, подогреваю и два кусочка апельсина. Алина фотограф. Ничего, потом еще сфотографируемся красиво. Так это оливка. Оливка. Ты видишь, как взрослый ребенок уже фотосессию может делать. Ты сладенький. Он с пачком это хочет. Тебе зеленый цвет хорошо идет. Подходит мне.
Без косметики только. Мама, посмотри, что. Ну вот вы. Посмотри, что я научился. Ну что, у меня глазурь готова. Вот видите, какая густая. Надо сразу сейчас домик мастерить, пока она не застыла. Глазурь я взбивала вот в этой своей машине. Классная, очень красивая получилась, густая. И глинтвейн у нас тоже готов. Вот это, кстати, кружка с ярмарки, с какой-то берлинской. На каждой ярмарке у нас самые разные кружки, и можно их забирать. То есть вы там, я не помню, залог вроде 2 евро. Вы можете выпить из такого стакана, вернуть кружку, вам деньги вернут. Или вы можете кружку домой забрать. Я знаю, что многие коллекционируют эти кружки с каждой ярмарки, потому что здесь ярмарка в каждом районе своя. И в каждом районе получается своя кружка. И многие коллекционируют их. А я слышал, что это все равно считается воровством. Даже если да, ты заплатил 3 евро за залог, и ты не можешь ее забрать. Нет, я слышала, что многие забирают. Многие домой забирают, но это незаконно. Красиво, да? Да. А мы их украли. Почему? Ну как украли? Нет, я слышала, что можно брать. Мне многие написали, что можно забирать. Мы из России. Нет, многие забирают. На ярмарке. Это на ярмарке. Можно, ты платишь, берешь глинтвейн, за сколько он, 4 евро стоит, и за кружку платишь там 3 евро залог. Ты можешь вернуть ее, выпил, вернул, тебе отдали деньги. Или забрать ее домой. Тебе просто, ну как бы, за 3 евро, считай, ты кружку купил. Я слышала, так многие делают. Так многие делают, но это незаконно. Я не знаю, не знаю. Что они могут. Напишите сказать мне, ребят, кто у меня из Германии. Реально это незаконно? И полиция напишет. Вот такая схема, короче. Ёлка вот туда и все. Саша говорит, неси герметик. Да, мы уже имели опыт. А что, она выдавливает, блин, а что там? Выдавливает? Естественно, в пакет так. А я думала, ложечкой вот так. Какой вот ложечкой? Ты совсем пакет? Уже, конечно, в пакет наливай. А у меня нет даже пакета. Ну да, красиво, кстати, получается. Узорно даже, удивительно, Сань. Очень удивительно. Супер. А я просто предложила Саше ложкой. В общем, у нас порвался пакет. Поэтому Сашка палочками кое-как пытается заклеить домик. Ну, это так, как ты предлагала. То ну, есть а что делать? Я предлагал красиво, а ты... У меня пакеты вот все закончились. Подготовили с детьми мармеладки, посыпку. У нас самое важное место украсить. Не, хватит. Смотри, тебе должно остаться еще вот это приклеить, Саша. Ну, там просто такие подтеки должны быть по картинке. Ну-ка. Вот такой у нас домик должен получиться. Единственное, мы мармеладки заменили, потому что нам они не нравятся, которые шли в комплекте. Вот здесь. Я сердечки покупала. По этим бокам надо? Да, на те бока еще, Саш. Смотрите, какие Вова сделал узоры красивые, морозные. Ну, шикарно. О-о-о. Красиво. Давайте получается. Подавим. Ничего себе, у тебя, я бы так не додумала сделать. Вам еще. Мне кажется, надо побольше снега. Красоты. Как будто вот прям снегом завалило домик. Можно прям снег вниз тянуть. Да. Надя укладывает оливку, самое важное, все пропустят. Ох, какая красота. Все, наш домик готов. Сейчас он будет засыхать. Полюбуемся немножко им и потом будем пить чай. У оливки гречка с томатной пастой. Не малинка. Малина ему не нравится, хотя она вкусная. Нет, он кушает. Он очень любит. Он может 3 раза в день ее есть. Но, конечно, много нельзя. Пока все вообще стали прямые, как очень прямые стали. То же надо было, может, помыть? Блин, уже не успели. Ай, ну куда мыть? Нет, это что, долго будет сохнуть. Ладно, как будет, так будет. Но в любом случае они будут волнами, как будто ты накрутила на этот, на плоечку чуть-чуть. Mm-hmm. То есть прям локоны мы с тобой сделаем. Вот в следующий раз, когда ты будешь мыть волосы, ты мне скажи, повернись с другой стороны. И я тебе попробую с нуля по кудрявому методу уложить. Так
сейчас, конечно, на сухую. Но так... мы в 4 выходим. И что? Может высушиться? Ну, я тебе диффузор могу дать. Я не, я вообще не умею пользоваться этим. Столько времени, и непонятно, что вообще будет еще. Увлажняем сначала. Чем ты увлажняешь? Крем? Любой какой-нибудь. Ну, у меня легкий. Почему вот, очищение не сделала? Я тебе тоник уже протерла. Базу не хочу. Я не знаю, у тебя кожа сухая, боюсь, может скататься, поэтому не буду базу. Вот этот тональник, он очень увлажняющий, от него вообще никаких не должно быть проблем. Цвет, я думаю, у нас с тобой похож. Это такой нейтральный цвет, давай. Mm-hmm. Ну, такой загорелый на тебе будет, но чуть-чуть, возможно, загорелый. Блин, такая высокая, мне же это, тебе неудобно, знаешь, я так вот вверх смотрю. Да, вот видишь, насколько у всех разная кожа, на тебе этот крем... суховатее ложится, чем на мне. У меня, у меня скользит. У меня комбинированная, но потому что я очень много этими всякими маслами, кремами пользуюсь, у меня прям такая. Она очень увлажненная. Ну-ка, пониже, смотри, я не могу. Сколько это сантиметров? 75. А у меня 72, ну 3 сантиметра вроде разница. Пока что много. Может, я и больше, нам еще 75 лет. Ну что, Надя, у нас готово. Посмотрите, как я ее накрасила. Ну, совсем немножко такой. Макияж без макияжа практически. Но самое главное, помада. Видите, как ей идут яркие оттенки? Это H&M с коллаборацией Пако Рабана. Она заказывала в прошлом месяце на Новый год как раз, да? Я влюбилась в это платье. Но... ну, необычно. Я бы, конечно, такое не одела, потому что очень яркая для меня расцветка, но Надя идет. И потом на волну как камеру переводишь, а он с снеговиками. Макияж. Ну, помада, видишь, вот насколько тебе яркие идут. Я, мне для меня не идет такая. Надя любит вообще красный. На Новый год. На Новый год красную помаду накрасишь. Тебе идет, мне нет. Алиночка, у тебя красивая? Да. Все. Идут в мишленовский ресторан на Залагишенгаттен. Я не знаю, что там за ресторан, потом покажешь фотографии. Потому что время. Давайте, вам 50 минут где-то ехать. Я его, представляете, весь день зову зефиркой. У меня почему-то ассоциации маленькие, шкодные, зефирка и оливка. Разницы я не вижу. Также он к елке подходит, игрушки снимает, расшатывает. Ты называешь его? Зефирка. Вот видите, с макияжем, сколько выразительные черты лица, да? Я не сделала ничего особенного, просто тон немножко, немножко совсем бронзовый, да? Зато он чувствует. Значит, я не могу тобой налюбоваться. Я вот, не знаю, чуть-чуть макияжа кому нанесу, я просто это сразу вот настолько выразительные черты лица. Все. Так, где игрушка, Марк? Неси ему игрушку. Вон он сейчас, Марк мой тащит. Смотри, сколько человечков. Смотри. Дай. Все. Ты сам хочешь дать ему? Ну, давай. Оливка даже не обнаружила пропажу. Посмотрите на него. Его тут все отвлекают. Спасибо. Дайте ему, смотрите, он хочет. Да, я возьму. Марк, завтра обязательно на стрижку с тобой сходим, хорошо? Окей. Ну, посмотрим после ярмарки. Какой у нас тут бардак. Я сейчас убираюсь. Здесь я курицу мариную. Тут у меня освобождаю посудомойку. От суши. Мы, кстати, суши на обед заказывали. Очень вкусные были. Не хотелось ничего готовить. И Надя с Вовой, они суши едят, поэтому это здорово. Мама, не нужно придумывать. Оливка уже начала скучать по родителям. Ку-ку.
немножко плачет, успокаивается, потом опять плачет. Сейчас вот на мультик отвлекся, я тут ужин готовлю. Буквально недавно вам показывала, опять у нас курица с картошкой. Дети обожают, попросили снова приготовить. Единственное, в этот раз я курицу сама мариновала. Карри, всякие специи ваши любимые, немножко соевого соуса. Также у меня соус был в коробочке, там какой-то интересный, не знаю точно его название. В общем, всяких разных намешала соусов, промариновала где-то час. И с картошкой выкладываем также, вот как я вам говорила, в специях, в растительном масле с солью. Запекаем 40 минут, и вкусный ужин готов. Я не могу его успокоить. Иди сюда, иди ко мне, иди ко мне, иди, иди ко мне. Я уже, конечно, забыла, что такое маленькие дети. Вот так, знаете, не отдохнешь, свои дела не поделаешь, пока не успокоишь. Вы посмотрите на этот кошмар. Сейчас будем убираться. И мне просто плохо, когда я вот этот ужас вижу. Смотрите на эти кудряшечки. Ну что это за красота? Алинка кормит йогуртом. Я, конечно, не хороший йогурт купила, он с сахаром. А Надя завтра пойдет, купит какие-то, может быть, детские, ну или просто обычный натуральный йогурт. Поэтому пока кормим таким, ну, как перекус. Он, в принципе, поужинал. Надя покормила. Ну, ему нравится. Такой, я вам как-то показывала, это... Мне так нравится этот немецкий творожок-мусс, он очень вкусный, и он не приторный. Ну что, приятного нам аппетита. Садимся ужинать, я приготовила салат. Дети у меня такое не едят, поэтому, видите, у них просто огурчики вместо салата. Алина говорит, мама, мне так нравятся куриные ножки, это самая лучшая еда на свете. Я давно реально их не готовила, как-то мы отошли от них, потому что дети плохо их ели, и Саша как-то не очень курицу любит. А тут уже вторую неделю их делаю. Надо почаще тогда готовить, да? Посмотрите, под кроватью сидит на подарке для Алины. Это Алинин подарок. Спит, видите? Ей так тут хорошо, тихо, спокойно. В общем, да, все-таки боятся кошки новых людей. Поэтому она никогда в жизни тут не сидела. И вот она целый день здесь проводит сегодня. Зефир, как тебе там под кроватью? На Алинином мягком подарочке. Мама с папой подъезжают. Ждем, ждем. Оливка уже изнылся, конечно. Он молочко хочет и хочет спать. Оливка, мама с папой поднимаются уже. Все. Да. Он уже мое молоко. У меня молоко ищет. Раздевает меня, ищет у меня молоко. Уже хочет срочно. Да, сейчас мама тебя покормит. Кто? Смотри, все, он уже хочет спать, хочет кушать. Я уже расстегнулась в лифте. Да? Все сразу, даже мама не раздевает. Думал, бросили тебя. Цветочек наш. Что, ты гулять хочешь, Олива? Мы не пойдем сейчас гулять. Нет. Что, мама не нужна? Будь сладкий. Он даже сильно не кушал. Ну, наконец-то, такой сразу спокойный. Ко мне. Не, в целом он ко мне привык, он прям ко мне на ручки шел, да. Алинку он игнорировал, ко мне материнскую именно. Энергию чувствует, да? Наверное, да. Зефирка вообще не вылезает целый день из спальни нашей. Тут комната все время закрыта, и вот она тут кайфует в тишине, в спокойствии. Все-таки не нравится ей, когда шумно, когда много народу. Весь день она в этой комнате проводит, почти ничего не ест. Представляете, насколько стресс для нее, когда много народу в квартире? Может, привыкнет, конечно, на днях? Зефирион, ну ты чего такая грустная, а? Такая полусонная тут отдыхает. Посмотрите, какие щечки наел этот ребенок. Такие толстенькие щечки. Эта порода, она очень пухленькая, жирненькая будет. Ау! Я не буду с тобой играться. Ты сонная? Сонная. Где автомат? Какой аромат классный, правда. Классный, да? Я Наде порекомендовала воспользоваться вот этой зубной пастой от Marvis. Это английский бренд. Конкретно вот эта, девчонки, если где-то увидите с жасмином и мятой, она просто невероятная. Во рту такое приятное, потом послевкусие жасмина. Вроде с лавандой даже есть, Надь. Найди, на Амазоне они продаются. У меня миниатюрки я в Такомакс брала. Я знаю, что в Мюллер, или как-то так называется, магазин в Германии есть. Ну или на Амазоне. А где-то в районе 7 евро стоит большая упаковка, не такая. Вот такая большая упаковка, где-то от 7 до 10 евро. Но они очень классные, действительно, и очищают хорошо. И у них самые разные ароматы есть. Вот у меня с, получается, жасмином. Есть с мятой и имбирем.
и есть с бергамотом. Но больше всего мне нравится вот эта сиреневая с жасмином. Невероятная вообще, обожаю. Я потом полноразмерку обязательно куплю. И еще я хочу с корицей попробовать. У них есть аромат корицы и мяты как-то так. Так что куплю обязательно. Прям моя любимая сейчас марка. Давайте. О, мотоцикл без колеса. Да, это старый мотоцикл. Мужики. Это Марка самая любимая игра Playmobil. Он обожает войнушки. Он, смотри, выстраивает всяких этих и вот, и убивает. Ну, смотри, я уже два победила. Ага, классно. Ну, смотри, нравится ему. У меня у Марка Лего вообще не зашло, и у Алины. А вот Playmobil, это вот именно можно как-то играть, как это называется, ролевые, да? Там всякие машинки, солдатики, пушки, ну, там разные есть. Вот это берешь, мое самое любимое. Несколько капелек наносишь на лицо и массажными движениями втираешь. На лицо сразу? Ты можешь на руку сначала. Вот так? И побольше, да. Угу. И прям массажными, двумя руками, прям такой, знаешь, массажными движениями. Оно очень увлажняет, классно. Да? Еще, наверное, надо было. Ну смотри, что прям хорошо. И в шею тоже. В общем, оно супер питает кожу. Плюс антивозрастной уход. Но... классно. Оно впитается, и кожа прям будет напитанная. Ну, если регулярно пользоваться, я уже 2 недели пользуюсь, у меня кожа нереальная стала. Он супер напитанная. Нет, ни шелушинки, ничего нет. И прям вот так чуть-чуть похлопывающими, чтобы она впиталась. Я вам показывала в одном из последних видео вот это масло. Это французский бренд, но его немало где купишь. Или на официальном сайте, или вот в Текомак с большущей скидкой я его взяла. Но оно редко там бывает. Я знаю, что от Клоранс масла хорошие. Мне Алена советовала. Можно от Клоранс попробовать. Но я думаю, что многие марки производят масла. Поэтому, если где-то увидите масла для лица, протестируйте. Очень классно питают. Ну что, сегодня уже другой день. Все пошли к остановке. Я перчатки забыла, забегала. Мы сейчас едем в центр самый погулять немножко по достопримечательностям самым важным. И, конечно, на ярмарку новогоднюю, на мою любимую, которая возле Александерплац. Возле церкви находится, поэтому берем вас с собой. Поехали. У нас на улице хорошая в целом погода, 10 градусов, но ветер холодный. Я Наде дала свое пальто, которое я уже давно не ношу. Оно теплое, такое непродуваемое, поэтому ей в нем теплее будет, чем в своем тоненьком. Посмотрите на эту девушку. Алинка накрасила помадой, но это детская ее, как у Нади. Похоже. Алина говорит, я как крестная, мне идут красные помады. Мам, не то, что тебе. Видишь, вы прям похожи, у вас и цвет волос одинаковый, и помада. Надо вас сфотографировать вместе. Как будто твоя дочка реально, Надя. Хорошенькая. А мама, видишь, какими помадами красит? Конечно, она больше похожа на вас. Алин, тебе нравится моя помада? Здесь только монетками. Нет? Нет. Тебе очень идет. Светленькая, видите, белокожим идут красные помады. Мне такая помада не идет. Ну как мы можем? Я как-то... Эти счастливые вон аттракционы. Ну что, мы подъезжаем на мою самую любимую ярмарку. Вот церковь. Там еще одна красная. Очень красивая. И сама ярмарка. Там, наверное, народу. Смотрите, какие виды. Там сзади вон Берлинер дом. Да, пахнет очень вкусно шашлыком. Ну, точнее, тут не шашлык готовят, а шницели немецкие. Здесь и сосиски есть, и шницели есть. Выберите себе все, что хотите. Есть тырдельники. Это такие чешские или польские? Чешские вроде штуки вкусные. Оказывается, ярмарка работает аж до 7 января, вы представляете? Я думала, что она закрывается уже в ближайшие дни. Алинка надела капюшон. А тебе неудобно в наушниках в этих? Такая хорошенькая, я не могу. Потеряешь их, Алин, убери папе лучше в сумку. А как всегда, миллион здесь всяких вкусняшек, сувениров. Сейчас будем смотреть с вами. Там вон быстрая, да. Побежали? А там очередь, наверное. Марк. Вот для Оливки маленькая, только мне кажется, он испугается, если только с мамочкой сидеть. И вот я каталась с детьми в прошлом году здесь. Классно. А, вон еще колесо. А? Ну что, сидят счастливые. Сейчас она разгоняться будет, мне в прошлый раз очень она понравилась.
потом поедем возле нашего дома ярмарка. Там много разных аттракционов. Марк все ждет, Саня, комнату страха. Помнишь с бензопилой мужика? Стрёмный тип. Хочешь, я хочу с комнату страха. Ну что? Как? Не страшно? Ну весело? Классно? Ага. Алин, как тебе? Понравилось? Да. Пойдемте. А все, мы завтра поедем на классную ярмарку, где аттракционы, комнату страха. Хотите? Да! И там поезда всякие. Завтра поедем. Все, пошли что-нибудь вкусненькое купим. Красота. Тут очень вкусный штолен продавался. Вот я бы взяла его с собой. Штолен. Вкусный. Всякие напитки. Игрушки елочные продают, что ли? Смотрите, какие необычные. Интересно, как будто русские мотивы какие-то. Да? Смотрите, как Надя фотографирует. И мы подходим к катку. Кстати, народу что-то мало катается. Мы в прошлый раз хотели, когда покататься всей семьей. Тут была громадная очередь. Мы с Сашей катались в прошлом году, я снимала, помните, видео? Такой этот... Ты реально мерзнешь? Я не знаю, 3 месяца. Вова родом из Магнитогорска. Ему сейчас в Берлине плюс 10, ему холодно. Просто мы забыли уже. Да, они в Барселоне привыкли к жаре. Мы уже спокойно, мы так утеплились, у нас шерстяное, все такое тепленькое. У детей пуховики толстые. Нам очень комфортно. А у них, да, вот у Вова в тонкой куртке. Наде я пальто дала, оно очень классное, да, пальто на тепло? Оно непродуваемое. Алиночка, нет, Алин, не надо, Саня, не надо. Так что да, привыкли они в Барселоне, конечно, к жаре. Там каштаны продают, кстати, невкусные. Я в том году брала, больше я не буду каштаны жареные брать. Тут орешки во всяких посыпках. Я тоже их не очень люблю, они слишком приторные. Так, а тут пончики, а вот эти творожные, которые мы берем. Алин, ваши пончики любимые, но мы их берем круглогодично везде. Мы хотим сейчас купить здесь то, чего не будет уже продаваться потом, когда ярмарки закончатся. Блинчики. Ну, блинчики я вам и дома приготовлю, Алин. Как же красиво. Глинтвейн 5 евро стоит, а это что такое? 2 с ромом. Вот тут такие традиционные блюда всякие продают. Картошка, капуста, ребрышки всякие. Но мне это не хочется. Мы, если будем брать, то шницели мясные. И плюс мы ищем еще какие-нибудь сладости интересные. Тут всякие фрукты в шоколаде, бананы, яблоки в шоколаде. Интересно. Так мы никак не можем найти тордельники. Да, тут просто столько палаток всяких, и очень сложно найти. Пончики. Так, здесь у нас просто вафли идут. Наша любимая палатка. Здесь очень вкусные всегда шницели, сосиски. Мит кетчуп бите. Вот, они очень здесь ароматные, аппетитные, вкусные. Данке, Шон. Данке. Марк, это тебе. Ты не лопнешь? Такая сосиска длинная. Вкусная? Она очень здесь вкусная. Они такие поджаристые, булочки хрустящие. Вкусная? Я не знаю, какие, Алин. Он тебе делает, дядя. С кетчупом просто, да? Кетчуп? Я. Бери, Алин. Данке, Шон. Давай, пробуй. Она должна быть очень вкусная, Алин. Ну как? Шикарная? Сейчас еще глинтвейн возьмем. Я, Алис. Я же не смогу это есть. Это Вове. Ты куда снимаешь, нельзя же снимать людей, Аня. Можно. Вот тут можно. Давай, это Вове. Мы Вову уговорили все-таки попробовать. Надя вообще категорически не ест мясо, Вова иногда ест. Просто вот этот шницель, если будете на ярмарке в Германии с булочкой, обязательно попробуйте. Это как шашлык, он очень вкусный. Где Вова? Сейчас они покушают, а мы с Надей сладкое, да, возьмем? Да. Они по мясу у нас, а мы по сладкому. Он какой-то сонный, как будто он спать хочет. Пирожочек такой щекостенький, толстеченый. Все, идем. Спать хочешь, наверное, ну. Ну что, вкусно, Саш? Классно?
Вообще, они шикарные, да? Алина, ну как, сосиска? А мы со Снадей ищем тырдельники. Ну, я вам покажу, это на палочке такая вкусная. Я не знаю даже, как назвать, как эту выпечку назвать. Но это куда-то надо вперед идти, здесь только одна лавка с этими тырдельниками. Это будем искать. Я еще не могу найти. Ну, где они? Я все обыскала, я их там оставила. А здесь всякие брецели. Ну, тоже у нас они в супермаркеты. Все круглый год продаются, смысл их брать. В общем, не вижу я ничего. Это острое? А, вот в чем разница. Оно острое. Невкусное? Сашка взял острую сосиску. Посмотрите, там миллион всяких перчиков. Где прям? Вкусное. Ну что, наконец-то мы нашли лавку с тырдельниками. С разными есть посыпками, с карамелью, с корицей. Я не вижу. Ванильный, сахар, карамель, миндаль. Давай с корицей возьмем и с карамелью. Знаете, с чем? Он идет, Надь, совсем вместе. И с миндальной крошкой, и с корицей, и с карамелью, и с сахаром обычным. Сейчас попробуем. Сделай видео, пожалуйста. Очень, очень вкусные вот эти булки. Немножко зажаренные, вкусные. Интересное тесто. Здесь без начинки. А в этом, в КДВ, там делают, например, с бутыми сливками, там, с посыпками всякими. Здесь просто одинаковые все. У нас Оливка спит. Мы временную паузу взяли. Настя, привет, я говорю, мне на глинтвейн. С той стороны, чтобы была цельта видна. Горячая? Сейчас чуть-чуть остынет. Вкусная? Март, тебе понравилось? Такая атмосфера шикарная вообще. Я уже... заманивала нас 3 года. Я пол бокала выпила. Мне уже так это... На ярмарке не 2 года. Немножко. Ну, видите? Это была моя первая ярмарка в Берлине, и мне она так понравилась. Это вообще у меня действительно самая любимая вот эта ярмарка, потому что тут очень красиво. Смотрите, какая красота. Очень красиво. Все gleiche. Посадили, чтобы он полюбовался карусельками. Когда мы смотрим, когда уходим домой. Март, видите, домой уже просится. Ему ничего не интересно. Я вот, честно говоря, после таких вылазок куда-то, где полно людей, мне нужно отдыхать. Ань, какое наслаждение, да? Столько людей, а куда? Нет, я тебе говорю, что мне нужно потом отдыхать, а, в тишине, в спокойствии. Я вот таких людей не люблю скопления. Конечно, ужас. Кто любит скопления? Я даже не знала, что здесь ярмарка есть вот с таким видом, вы представляете? Как же красиво. Так величественно, да? И вот она, ярмарка напротив. И вон еще одна ярмарка. Вон там. Ярмарка на ярмарке. Конечно, с маленькими детьми совсем другое уже гулять. Когда от него зависишь. Но хотя у нас Марк, такое ощущение, что он как маленький Оливка, он такой же вредный. Чем не отличается? Мы подошли к национальной галерее. И вот здесь я хочу Надюшке сейчас показать очень красивые скульптуры с этой стороны. Вот эта часть Берлина мне очень нравится, историческая. Я ее обожаю. Второй подбородок убери. Вниз вот так. Улыбнуться. Подожди, симпатичная. Подожди, челочку. Что вы хотите купить? Да, коляску мы берем просто для красоты, на всякий случай. Просто ее покатать и поохранять, чтобы ее никто не спер. А Оливка любит на руках или пешком. Ку-ку! Видели, какая нежная скульптура? Она улыбается, а? Что? Нежная скульптура. Да, я ее засняла уже. Держит на руках. Угу. Спасает он ее, как будто надо пройти почитать. А что там написано, не вижу. Она даже не будет красить себя. Ну, то есть, Надя, красная просто она похожую. Это. Сделай вот так. Не, вот так. Не, подожди. А, вот так. А, вот. Так похоже реально, одинаковый цвет волос, ну, посмотрите. Сделай так. И вот так сейчас. Это я тебе дарила эту помаду? Да. Это мне в адвент-календаре тоже она попадалась. Для меня яркая. А я теперь обожаю эту помаду. Она прям... Мне нравится, что она такая нейтральная. Тебе она не сужит губы?
Мне ланком все же губы. Сгорбилась такая, даже не сказала мне. Я не увидела. Да, я сгорбилась. Ну реально, вот так похоже, я не могу. Вот красиво. Какой кадр? Вот, да, мне вот это тоже очень нравится. Очень. Кадр. Выложи его себе в Инстаграм, в ленту. Красивая на память. Идем. Где печенье? Бум! Они отдельно лежат сзади. Бум! Сопливый такой, сопливый. Анима, держи. Саша знает, как вести ребенка, чтобы ему было весело. Да он не ныл изначально, я просто по приколу так. А где Марк? Я уже забыла Сашу с коляской, с маленькими детишками. Так все это быстро пролетело, реально, знаете. Кажется, все так долго тянется, сейчас оглянуться не успеем, уже пенсия, уже внуки. Представляешь, Саша, недавно, короче, ехала. Так, и вот здесь одна, река, и мы идем к моей любимой набережной. Я Наде хочу показать мое любимое местечко. Тоже здесь, посмотрите, как красиво. В общем, да, серо. Кто-то мне сказал, Аня, Берлин такой серый. В это время года все города серые. Там все будут все открыть. Ты хочешь постричь волосы? Нет. Я одна, что ли, это длинные волосы? Ну, у меня тоже длинные. У тебя? Ну, немножко длинные. Надо подумать-ка. Знаете, тут есть такое традиционное блюдо, называется грюнкер. Это выглядит не очень аппетитно, но мне сказали, что это вкусно. Но пробовать я это не хочу. Такие, знаете, традиционные есть немецкие, всякие там тушеные капусты кислые. Тут запах такой кислой капусты на всю улицу. Но я не хочу это пробовать. Что ты там взяла, Надь? Очень вкусно. В сырном соусе. Это прям по-деревенски с сырным соусом. Попробуй. Ты попробуй. Вот одну попробуй. Хочешь взять? Попробуй одну. Очень вкусно. Жирно очень. Ты попробуй одну. Ничего не жирно, мне нравится. Смотрите. Практически как я готовила. Практически на мой похож. Ну, манты нам мама приедет в январе, наготовит. Надь, манты, плов, наша тема. Мы тут свернули на улочку. Посмотрите, как здесь тихо, спокойно. Нету толпы людей. И вот здесь прям хорошо. Так, Алина хочет картошку. Мы ищем картошку. А тут, смотри, фрукты в шоколаде всякие. Ну что, все, возвращаемся. Марк, мы с 12 до 4 часов где-то серьезный гуляли. Серьезный вид сделай. Где мы там все? Саш, тебя не видно реально. Вот, давай я для заставки даже на YouTube. Где ты там, Саш, я тебя не вижу. Поближе, Ань. Вылези, Саш. Я не вижу, Саш. Все, нагуляли, сейчас будем пиццу готовить. Греться, еще чайку я хочу горяченького. Пунш. Киндер-пунш, да, можно. Смотри, вам сделать. Кадр. Первая пицца у нас готова. Это вегетарианская версия с болгарским перцем, с помидорками и с сыром. Все, больше ничего. И вторая у нас будет с курицей и с соусом чесночным. Покажу вам. Идем, ты выспался? Он спал, Надь? Сейчас. Или лежал? Он так спокойно. Идем кушать пиццу. Почти готово. И мясная пицца тоже у нас готова. Это часть Сашина с Дорблю. Он решил попробовать. Это мы обычно. А как он называется? Камамбер. А, камамбер. Ну, подожди, а Дорблю чем отличается? Вот это как раз зеленая плесень. Да, вот, мы обычно покупаем синюю плесень, но в этот раз забыли купить, поэтому Саша себе с камамбером. А я буду маникюр сейчас себе переделывать. Кошмар. Уже ношу, кстати, этот лак настолько стойкий. Я ношу уже дней 25. Вообще в идеальном состоянии. Ну, кстати, я 3 слоя, потому что делала. Может быть, из-за этого. Очень классный. У меня, наверное, впервые я так долго ношу маникюр. Чуть ли не месяц. Так что буду сейчас переделывать. Кто спрашивал, какими лаками я пользуюсь? У меня фирма Nail Nail. Праймер обязательно. База. Вот это, в этот раз я такую взяла. Немножко она вытекла у меня сейчас. Так, не фокусирует. Называется. Так. Сейчас сфокусирую вам. Называется 6 в 1. Она с какими-то протеинами полезными для ногтей. Топ. И у меня, я вот думаю, каким сейчас цветом красить. Или таким же, бордовым. Мне так понравился такой маникюр. Такой, знаете, он называется вишня, темная вишня. Но мне он кажется, как, знаете, шоколадно-бордовый какой-то. И я тут месяц назад купила миниатюрки. Вот такой набор. И мини-версии в Дугласе взяла. Я думаю, может быть, все-таки какой-нибудь нюдовый опять сделать. Вот это, кстати, очень красивый цвет. Или сделать какой-нибудь из нюдовых и блестками. Вот такие, знаете, розоватые блестки покрасить, не знаю. В общем, сейчас буду думать. Ну, наверное, что-то новенькое нужно, правильно, к Новому году.